Бронзовый бюст героя России Магомеда Нурбагандова открыли на его малой родине в центральном парке села Сергакала. Почтить память героя пришли более 250 человек. Среди них и его родные и близкие, односельчане и ветераны. Напомню, лейтенант полиции, сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Магомед Нурбагандов был убит боевиками 10 июля 2016 года, когда вместе с родственниками отдыхал недалеко от села Сергакала. В этот же день в районе открылось сразу несколько социальных объектов, среди них парк и новое здание детского сада номер 1.